Всем привет. Сел на лифт. Сейчас буду подниматься вверх. В смысле в горы. Хочу вам показать это. Лифты здесь меньше, чем на Банско. На Банско большие, объемные. Двери закрылись. Сейчас будем ехать. Стартанули. Улица, солнце. Но морозец есть. Хороший такой. Снегоочистительные машины. Вернее, снегозабиватели, которые расчищают трассу лыжников. Снега много, повезло, что вчера вот целую ночь, целый день был снег. На Боровце, кстати, очень много трасс, намного больше, чем на Банском. Как я посмотрел на карте, там здесь трасс очень много. Вроде и большие, и вроде бы и небольшие, такие маленькие. Подниматься, наверное, долго будет. Ладно, остановлю видео, включу уже в другом месте. Вот для того, чтобы представляли всю эту красоту. Весь этот пушистый снег, он реально здесь пушистый, этот пух, он мягкий, он разлетается, он не прилипает ни к чему. Даже на обуви он как попадается, там ногой стукнешь, и он отсыпается. Вот это вся красота на деревьях, на столбах. 13-й столб, счастливое число. Вот здесь какая-то трасса идет. Вот что-то бордистка уже пешком. О, а тут снежок идет. Либо здесь деревья, либо это просто наверху едет. О, красота. Нет, камера это не передает. Довольный как слон, может и больше, и как на Болгарии говорят, повыше. Снимаем дальше видео.
знает песни Высоцкого, блин. Да? А вообще горы могут быть только горы. Ну, действительно так. Так, сейчас заезжаем на первую стоянку, на первую высадку. Но мы здесь не выходим. Я буду выходить дальше. Но я на самый верх пойду. Я хотел сказать, здесь даже двери не открываются. Но открылись. Это первая высадка на первые трассы. Но мы пойдем немножко поглубже. Повыше. Мы пойдем на самый-самый-самый верх. Типа, что нам внизу делать? Мы ведь специалисты кататься. Тем более, сегодня я на лыжах. Сегодня я не на борде. Выспался, полон энергии, позавтракал, и вот это вот сейчас вот едем. Так, ко мне сейчас соседи подсядут. Вот мы же на улице, с вами внутрь. А, одна кабинка стартанула, так мы закрываемся. Сейчас стартанем. Вот тут эти вот ролики. Оп. Все, пошли на старт. Стоп. Поезд отдыхает. Thank you.
типа как его назвать, полили кремом, что ли так. Ровненькие, нигде ничего сверху не упало, никто не сверху не упал. Что-то засечь, сколько времени мы поднимаемся. Ну, вы понимаете, что высоко. Если мы наверху, а облака внизу. И опять столб номер 13. Что-то их много. И что-то я обращаю внимание на цифру 13. Подъезжаем уже на конечную остановку. Облака, 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 облака. Горы, здесь такое успокоение, умение. Не знаю, как слово подобрать, спокойствие при этом ощущается. Сейчас выйду из кабинки, еще сниму чистоту. Все, подъезжаю к финишу. Вот, чтобы вы понимали, вот это вот, я вышел из этой вот кабинки. А там вот сбоку у меня стояли лыжи. Так, до 16:30 у меня есть время покататься. То есть время работы лифта до 16:30. Вот она, красота. О, стоп. А что там еще дальше что-то есть? О, я, наверное, туда. Это только
А, вон там подъемничек есть. Да, я сейчас туда. Значит, это не самый верх. Самый верх это там. Ну и здесь красота. Нашел здесь русскоязычных, они мне объяснили, что есть дорожки, поднимаются наверх, потом туда в сторону, там таблеточный подъемник еще выше есть, и можно кататься вот тут, спускаться, подниматься. Вот именно так мы сейчас и поедем. Опасно так ездить. Я бы уже здесь с большой скоростью поехал, но с телефоном не хочу. Ладно, чуть-чуть дадим скорости. Разговаривали с русским, говорит, вот туда бы подняться, я с ним согласен, вот туда только на вертолете надо подниматься, чтобы оттуда спуститься. Он говорит, очень хочет туда, но он здесь с семьей не может. Замерзнуть все-таки здесь молодец, какой-то есть. Хотя везде тепло по телу, а рука замерзла так. Их пролетел. Так, добираемся, вот, все помаленьку ползут, я ползу,
Хотя можно было бы взять, снять ботинки, то есть снять эти лыжи, пойти пешком, но это не то. Здесь прикол в том, чтобы на лыжах походить. То что ж, еще 2 недельки осталось. Сезона. Мое бог. Крабик с луком. И очередь. Да, на борде, конечно, сложно. А, он молодец, одну ногу снял. Потому что вчера наблюдал картину. Человек несколько раз падал. Ой, рука очень замерзла. Наблюдайте картину. Остановлю еще попозже, потому что ладно, не остановлю, покажу уже полностью, как проходится вот эта вот вся фигня. Получилось одеть. Вам повезло, будете смотреть видео от начала и до конца. Извините за качество. Я не смотрю в камеру, так как я не вижу экрана, сильно слепит солнце. Пропускной пункт. У меня билет тут в кармашке, и он очень хорошо ловит сигнал. То есть словил, и меня пропустил. Сейчас будем так, вот это вот таблеточка для малыша. Следующая таблеточка для меня будет. Все, я зацепился и поехал. Кстати, я первый раз так езжу. Я думал, будем спускаться с собой.
дополнительные палки не нужны вообще. Говорили, потому что я попросил их сделать снимки пару штук, они сфотографировали меня, и после этого они говорят, ну, а можешь сделать нам снимки, потому что мы вот сколько уже катаемся тут, и ни одной фотографии нет. Я говорю, ну давайте я вам отомщу, и сделал снимки, но у них iPhone, я так понял, последняя модель. И да, там снимки делать обалденно, там видно все, там качество экрана очень хорошее. То есть солнце даже не слепит. Так. Так, что вам еще поговорить? Телефон загрузать, батарея разрабатывается. О, 10 минут подъема. Спуск подъема. Спуск подъема. 10 минут уже прошло. Вот оно. Жму на паузу. Следующее видео будет дальше. Чтобы вы понимали, я сейчас решил это все носом. Уже слез с подъемничка. Сейчас поднимаю чуть-чуть повыше, чтобы спуститься по той горке. Другого способа нет. Вот моя погодка. Маленькие елочки. Снег, лед, лыжи. Я спустил
трасса очень тяжелая, здесь машины, я так понял, не ездят, не зачищают, здесь такие горы. Лыжная дорожка очень сложная, очень много этих барьеров. Там вы можете посмотреть облака. Ну, мы выше облаков. Сейчас иду на тот подъемник. Будем подниматься вон туда. Ага, там лифты. Значит, от того подъемника есть еще один подъемник. Ну что же, будем пробовать оттуда. Ой, что-то я еду. Посмотрим оттуда. Ну вот, поднимаемся еще выше. От того подъемника. А здесь какие в горах наверху елочки маленькие. Солнце, ой, тепло. Вот как лифт тянет. С нагрузкой такой. Выше на наш самолет. Что-то там. Да, настроение повышенное. Все-таки как-никак выходной, как-никак на лыжах, как-никак в горах, как-никак все выше и выше. Здесь, кстати, вот два подъемника, вот таких вот табуреточных. Но надо еще как-то вон туда надо сходить. Там подъемники другие. Откуда они идут, интересно. Надо все разу так, как. Ой, меня закрутило. Сильно повернулся. Идем дальше. Я ехал.
Как вчера Болгарка говорила, что работала несколько лет назад. И здесь выпал был снег 25 мая. Вот так. Выпал снег очень сильный по колено. Все заходили в футболках, в шортах. Переход на такие раскаменьки. Ноги уже болят. Ой. Здесь хорошо, здесь как раз я закрылся за горой. Ветер не дует, тепло, даже рука вот сейчас на улице. На солнце она вот, сказал бы, даже греет солнце очень хорошо. Так, ладно, поехал я. Мусоленская петка. Петека. Ай, болгарский язык, не понятно. Петрахи. Мусала. А вот название горы. Мусала. Вот, гора Мусала. Сейчас вот добрался до этого подъемничка. Я буду подниматься вон туда и спускаться вон оттуда. Так, до 16-15 подъемничек работает. А дальше вот туда вот узенький проемчик. И идти вниз. Такой дороги нет. Можно там. Там есть еще одна. А здесь просто более типа есть и красные, и черные трассы. То есть тут более экстремальные. Может, для первого раза попробовать туда поехать. Нежели через леса. Хотя через леса интереснее. Ой, сейчас маленький передых. Садимся и едем. А в принципе, что отдыхать? Отдыхать можно и едя. Ой, я уже приехал. Видели вы, мы сейчас СУС, я вот случайно увидел на камеру. Там просто льдёт, намерз. Правда, на одном вот СУС. Но здесь как можно подниматься уже не напрягаясь. Вот это палки такие, как мои палки на месте. Торчит. Здесь сидишь. Сейчас я вон туда и буду ехать. Кстати, здесь на борде можно хорошо ехать. Широкая трасса, пологая. Можно через лес. Маленький, но как называется лес. Так, а можно седою. Ой. Ляпота. Смотрим назад. Ага, высоко. Я так понял, мало кто знает, когда эти кифто добираться. Потому что я тоже пока нашел еще трассу. Когда не добраться. О, все. Остановка. Прыгаем и поехали. Кто-то там затупил. Летал.
Да, вот обидно, что одному, вот скучно как бы одному ездить. Был бы еще кто-то. Вдвоем, как говорится, веселее. А если компания большая, то вообще и на перегонки, и на всякие игры можно устраивать. Так как один, едем один. Переключу камеру. У меня ус замерз. Прикольно. Ладно, пускай висит, он мне не мешает. Ну это, чтобы вы понимали, кто здесь мороз. Что замерзает вся. Хотя вот сейчас вот я держу телефон, но на солнышке вот на руках это не мерзнет. До такой степени, что не может смерзнуть. А я забыл, что я хотел сказать, вот люзик едет. Я же переключил камеру, показывая меня, себя. Рот хороший. Чуть-чуть лоб открытый. Я думаю, где мне продувает. Чуть-чуть открытый. Хорошо, что очки. Да, вот я понимаю теперь. Бабанская была в обычных очках, теперь таких велосипедках. Холодно не было, но очки не помогали. Но если я сейчас вот был в тех очках, глаза бы у меня завязаны, честно скажу. Хороший ветерок, мороз, солнце, но оно все вместе как-то, даже не могу передать словами, как это озвучить. Не спускается, вот, наверное, тоже пойду через... Вот, мне говорили, через елочки спуститься. О, у меня палка упала. Пока показывал вам. Так, придется мне спускаться этой трассы. Да. Ветер здесь сильный. Спускался по вот этой вот горочке. Сейчас вот. Тяжело мне ехать. Но я все-таки добыл свою палку, которую потерял. На лифте. Познакомился с ребятами одними. Они говорят, жди нас тут. Мы сейчас подъедем. А, вот они едут на борде. Молодцы, быстро сели. Сейчас, чтобы вы понимали, я еду все-таки через елочки. Как мне говорили, через елочки проехать, выехать на трассу. Вот я еду на ту трассу. Еду по необузданной тропе. Сам себе создаю. Эх. Ну все, я выехал с того леса. Вот этот подъемничек, вот этот лес я миновал, доехал до трассы. Кстати, трасса очень ужасная. Если заметно, если камера это показывает, здесь горбики. То есть снегоровнятельные машины здесь, наверное, точно не ездят. Все помаленьку так едут. Ну и сейчас я буду спускаться. То есть вот это вот всю дорогу, всю вверх, это я через лес проехал.
стоит он снег. Если вы понимали, вот палка, вот до сюда снег. Палка врезалась очень глубоко. Как-то так. Ладно, поехали вниз. Что делать? Вот. В тот раз я не заснял. Я сейчас опять поднялся на то место, откуда я начал палку свою искать лыжную. Вот распределитель. Это получается, я ехал по красной трассе. Вот красная там. Сейчас поеду в ту сторону. Кипистый ястребец, маркуджик.